Я Константин Тумбинский, и это установка зеркал с повторительными поворотников. Это популярный сетап на уличных мотоциклах. Повторители на зеркалах выше и шире стандартных поворотников, поэтому более заметны в плотном городском трафике. Данные зеркала устанавливаются через переходник. В комплекте идут переходники под левую и правую резьбу. Сперва зеркало накручивается на переходник и затягивается от руки. Далее переходник фиксируется контргайкой от проворота. Угол наклона и положение зеркала выставляются индивидуально и надежно фиксируются болтом и гайкой. Аналогично устанавливается правое зеркало. Чтобы подключить повторители зеркал, необходимо снять морду. Для этого требуется открутить пластик и крепежные болты. Стандартные поворотники и фары отключаются. Коннекторы поворотников удобно снять, надавив отверткой на фиксатор. Врезаться в проводку лучше до разъемов, чтобы можно было снять морду, не отключая повторители поворотников на зеркалах. Сделать это легко с помощью специальных ответвителей, которые позволяют подключиться к проводу, не отрезая его. Для подключения часть оплетки необходимо срезать. Важно использовать ответвители в соответствии с толщиной провода. Чтобы точно определить длину проводов от зеркал, их надо проложить. После того, как длина определена, на провода надевается термоусадка. Греть термоусадку лучше феном на малой мощности, чтобы не прожечь. К каждому стандартному проводу подключается ответвитель с соответствующим проводом от зеркал. Для лучшего контакта ответвитель можно сдавить пассатижами. Морда устанавливается в обратном порядке. Диодные поворотники в зеркалах светят ярче стандартных с лампочкой и отлично выглядят.
Это была установка зеркал. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть следующее видео первым.